Добрый вечер. Если меня слышно, ставьте плюсы. У нас сегодня вебинар, посвященный текущим событиям. Собственно, называется «Четыре торговые идеи». Подразумевается сырье, акции, индексы и валюты. Ну, не факт, что всегда есть какие-то готовые идеи. И это нормально, что иногда нет идеи, и мы должны ждать. Такая ситуация, такое поведение трейдера, его называют квадратным, если кто не знает. Быть вне позиции – это тоже позиция, и тогда говорят «я квадратный». Ну, это такой трейдерский сленг. Я вижу много новых имен. Я представлюсь, я Фред, трейдер, управляющий активами, торгую на рынке очень давно. Ну, вообще рынками занимаюсь 18 лет, торгую 2000 года, примерно так можно сказать, с марта даже месяца зимы, хотя начинал счет открывать еще за несколько месяцев до этого, но, как понимаете, времена были совсем другие, и не так просто было даже брокера нормального найти. Больше всего мне интересны сырье, индексы, отдельные бумаги, ну и валюты, собственно. Весь рынок мне интересен, потому что рынки связаны, и невозможно торговать чем-то одним, не понимая, что происходит в другой части. Это касается и макроэкономики. Большая часть нашего вебинара сегодняшнего, и не только сегодняшнего, будет посвящена каким-то макрособытиям, которые происходят или произойдут на этой неделе. Итак, я включу презентацию. Как обычно, это занимает нас несколько минут иногда, загрузка на Mac вот этого файла какого-то специального, особого, который должен прикрутить презентацию. Так, добрый вечер, Юрий, для всех тех, кто позже подключился к нашему вебинару. Так, вроде все работает. Еще раз я попробую включить. А пока в двух словах, что нас ждет на этой неделе из макростатистики. Неделя не особо богата на какие-либо данные, статистику. Самое важное, наверное, это ВВП в США, который выйдет завтра, да, в среду, завтра выходит ВВП, пересмотренный. Ну, ВВП это всегда важно по США. Вот видите, сегодня рынки растут. Вполне возможно, что уже на этих вот ожиданиях, частично это из-за налоговой реформы, хотя все должно быть в цене. Я вот удивляюсь, почему рынки на таких уровнях растут, на такой эйфории, как будто что-то произошло, где-то эффект низкой базы, только развернулись вверх, без единой коррекции, вот так вот идем, растем, растем. Нормальный трейдер в это время ничего не делает, потому что вы можете сказать, да, можно купить дорого, продать еще дороже, но это всегда опасно. Убедитесь, что ваш депозит выдержит. И у нас завтра запасы нефти 29 числа. Поставьте плюс, если вы видите уже MetaTrader, включенный график. Газ у меня открыт. Мне кажется, это видно должно быть. Да, я жду плюсов. Да, отлично. Запасы нефти, ну, помимо этих еженедельных jobless claims, мичиганов и так далее, самое важное ВВП, запасы нефти, и следующая неделя уже у нас нон-фарма. Рынки потихонечку будут готовиться вот к отчету по рынку труда. В прошлый раз он был, я забыл, каким он был в прошлый раз. Кто-нибудь напомнит, какими были нон-фармы в прошлый раз? Я помню, было минус 32 тысячи в позапрошлый раз, и в прошлый раз была какая-то хорошая цифра. Ждали 300 тысяч плюса, а получили 260, или кто помнит, напишите точную цифру, но помню, что была какая-то хорошая цифра. Мы еще обсуждали, что нон-фармы должны отразить двухмесячный уровень новых рабочих мест, потому что прошлые нон-фармы свалили, ну, как бы виной всему были погодные условия, и наверное, не до работы, да, не до поиска, не до найма новых сотрудников было компаниям американским, и, скорее всего, все отложится на следующий, то есть на прошлый отчет труда. И вот он вышел, по-моему, не 300 было, я не верю, что была цифра 300, похоже, что было что-то 265, но тоже неплохо, окей.
или 272, если кто помнит, напишите. Вот у меня обычно очень хорошая память на любую статистику, но, видимо, цифру месяц прошел, и после этого много было другой статистики, но обычно я все помню. На графике это есть, вы можете открыть и адмиралский календарь. Вот я сейчас буквально зайду, покажу. Там есть вся статистика. Ну, не вся, прошлая точно есть. Вот заходим в Forex календарь, открываем. Сейчас я быстро просто не успокоюсь, если не найду, какие были нон-фармы в прошлый раз. Вот она вся статистика, фильтр. И смотрим. Следующая пятница. Это у нас что? Это у нас 28 ноября. Я ставлю... Буквально переключу. Я ставлю следующую пятницу. Вот 31.5. Как раз нон-фармы. Обновляю даты и получаю что? Вот она пятница в самом конце. Нон-фармы. Не вижу. Non-farm payrolls. А, нет данных. Да, пока даже нет прогноза, поэтому нет предыдущих данных, просто не опубликовали. На следующей неделе обновят. Но мы можем зайти на брифинг, раз так, раз у адмирала пока нет обновления. Мы можем зайти на брифинг, выбрать календарь, экономический календарь, зайти вот на следующую неделю. Надеюсь, здесь есть. Да, здесь есть нон-фармы. 261, да, я был прав, 265, я сказал, очень похоже, близкая цифра, 261 тысяча рабочих мест были созданы. В этот раз тоже нет данных, как и у адмиралского календаря, поле пустое, пока оценки не опубликованы, сколько ждет рынок со следующей нон-фармы. Да, кстати, пока не забыл, раз у меня открыто, вот вы видите, наверное, брокер, да, мы... Помните, у меня был брокер Option Express, потом они переехали на площадку головной материнской компании Charles Schwab. Ужасный дизайн, мне вообще ничего здесь не нравится. И вот у меня счет 144 500. Мы доходили до 150 с чем-то, немножечко по нефти просадка. Ну, в общем-то, неплохо, я не жалуюсь. А от максимума просадка даже не больше, чем 5%. Ну, вот если посчитать, что, допустим, в среднем было 155 тысяч, а сейчас... 140, да, 6% всего от максимума просадка, счет очень стабильно растет, но, в общем-то, а я тут не торгую давно, мы ждем, пока закроются вот здесь, истекут, да, опционы, я закрою этот счет и перекинем все деньги на другого брокера, потому что Charles Schwab мне не подходит, не годится, и я никому не советую этот софт, эту платформу, а не из-за того, что брокер ненадежный, как раз с надежностью проблем нет, это первый ритейл-брокер, первый, как его называют, видите, как называют этих брокеров, low-cost, ну как бы low-cost, но другое там слово. Подскажите, кто-нибудь, как называют брокеров, которые вот как бы дешевые брокеры, не вот классические глобальные, там Merrill Lynch, Goldman Sachs, есть какая-то категория вот таких вот брокеров, ну ладно, неважно, дешевый брокер, один из первых, самый первый, нет, не один, самый первый. Оно вот не подходит абсолютно ничего. Тут я даже не вижу фьючерсы. Вот здесь есть у меня фьючерсы, я не могу их посмотреть даже, что у меня куплено. Только помню, что мне ролируют нефть, и я вроде уже медведь. По 57 долларов, кажется, я зашел в шорт. Но я не вижу, не могу. Ни чата нет, ничего. Вот здесь адмирал, например, Роману, если написать письмо, то через несколько часов, если это не ночь, он ответит максимум через несколько часов. А тут даже какие-то телефонные номера американские, какая-то форма, где нужно заполнять поля, чтобы отослать им сообщение. Раньше хотя бы был чат, лайв-чат. Ну ладно, жду, пока все истечет, закрою и перейду к другому брокеру. Да, здравствуйте, Ирина, у нас новые люди подключаются в чат, все больше людей. Итак, ну начнем с газа, раз уж так, ВВП у нас на этой неделе в среду, запасы нефти завтра, и 30-го, если кто помнит, важная новость для рынка нефти, нефти очень важная, это запасы нефти в США, коммерческие запасы сырой нефти. Это достаточно важный индикатор, хоть и еженедельный, но он влияет на баланс сил быков и медведей, потому что если запасы меняются, ну, в сторону повышения, это означает, что спрос был низкий или предложение было высокое. Если запасы снижаются, это значит ровным счетом то, что спрос был высокий и предложение было, или предложение было низкое, или то и другое. Так что это очень важно. Ну и 30 числа, никто не написал, что у нас 30 числа, неужели вы не отслеживаете новости? Это очень важная
важное событие, оно происходит два раза в год, 30 ноября в этом году, даже подсказку дам, в городе Вене, в столице Австрии, все знают. Вот Игорь говорит, что все знают, но никто не пишет. Заседание ОПЕК, да, все верно, будет заседать ОПЕК, с нее начнем, да, газ пропустим, ну, растет и растет, завтра тоже запасы. Заседание ОПЕК, чем оно интересно? Я бы не сказал, что мега важно, нефть уже подросла на этих ожиданиях. Меня, во-первых, удивляет то, что во второй раз, даже в третий, это было в ноябре прошлого года, в июне текущего года и вот сейчас, рынок растет на вполне банальных, на вполне предсказуемых новостях, событиях. Все мы знаем, что никакой интриги вроде быть не должно. Ставка будет сохранена, у ОПЕК просто нет выбора. Мы получим такой же объем, такой же дефицит ежедневный на рынке по сравнению с прошлым годом, ну, допустим, с 29 ноября прошлого года. ОПЕК сократил, напомню, на 1 200 000 баррелей в день, и 12 декабря собрались уже страны, не входящие в ОПЕК, и тоже сократили добычу уже на 600 000 баррелей в день. Итого 1 800 000 баррелей ушли с рынка одним махом, одним движением, рынок потерял. Но если вы думаете, что это очень много, и рынок просто не восстановится, я не знаю, теряет что-то, да, ну, давайте я вам покажу кое-что, кое-какой обзор. Я думал, на сайте Адмирала есть уже этот обзор. Я писал по рынку нефти обзор. Ну, ладно, покажу вам картинки. Как раз у нас часть анализа – это разбор картинок. Вот у меня несколько для вас. Даже про биткоин я нашел график. Тут он у меня есть. Сейчас, секунду, и вчера я сохранил несколько картинок с отчета по нефти самой ОПЕК. Буквально вот здесь это у меня. Вы знаете, ежемесячно ОПЕК формирует свои собственные отчеты, свои собственные, у них есть целый, да, в секретариате, чуть ли не департамент, который исследует рынок, публикует свои данные. 0,59. Давайте откроем последний вот этот график. Окей, все. Переключимся на картинки. Взгляните, пожалуйста, на эти графики. Значит, тут изображено нет, это 18-й. Я открою, пожалуй, 17-й. Сначала покажу год. Что мы тут видим? Секундочку. Вот. Видите ли вы предложение нефти на рынке? График. Только у вас, наверное, 18-й. Я попытался открыть 17-й, что-то не смог. Да, смог, вот он, 0,59. Смотрите, я на картинке раскрыл рынок нефти в 2017 году по отдельным странам, это не по всем странам, это даже не разделение ОПЕК, не ОПЕК, это не ОПЕК, да, но крупные страны, не входящие в картель, противовес картелю, не то чтобы запланировано, просто у каждой страны свои интересы, Штаты увеличили дневную добычу на 590 000 баррелей, Канада 260 000 баррелей, ну и Бразилия с Казахстаном тоже по 180 000 баррелей. Суммарно получается, ну, допустим, 600, 850 и два раза, там, чуть ли не 400, да, 1 200 000 300 000 баррелей в день. Это не входящие в ОПЕК страны, независимые, у них нет никакого картеля, они компенсировали, вот 1 800 000 ушло с рынка, да, 1 200 000 плюс 600, и 1 200 000 300 000 принесли вот эти страны. Тут, конечно, были страны, которые также сокращали внеопековские, скорее всего, да, но не так много, мало, копейки. То есть даже в прошлом году, когда ОПЕК пошел на сокращение, нашли страны, которые компенсировали это сокращение. Дальше идем. Что насчет 2018 года? Есть прогнозы самой же ОПЕК.
Это именно та организация, которая как раз заинтересована в том, чтобы было наоборот, но, видимо, они публикуют цифры абсолютно объективно. И вот они прогнозируют, что Штаты будут добывать уже в 2018 году в день на 870 тысяч баррелей больше, чем в 2017. То есть вот эти 0,59, сверху еще 0,87 миллионов баррелей в день, то есть 870 тысяч баррелей в день. Канада будет добывать на 230 больше, Бразилия 20 тысяч, там UK, Великобритания, ну и так далее. И вот несколько стран, которые сократят, скорее всего, Азербайджан, Китай и Мексика, тоже немного. Значит, получается, все, что будет делать ОПЕК, недодобывать 1 800 000 баррелей в день, половина, ровно половина, только будут покрываться Соединенными Штатами. Ну, еще на долю Канады и Бразилии придется там 400 тысяч, почти полмиллиона баррелей, все остальное будет. И мы получим не такой большой, не такой мощный эффект от того, что делает ОПЕК. То есть об этом знает ОПЕК, он даже прогнозирует, вот это прогнозы самого ОПЕК. Возможно, цифры будут больше, лучше. Он прогнозирует, что вот так 870 тысяч баррелей в день сланцевики нам будут докачивать нефти. Ну и вот график ежеквартально. 16-й год, 17-й год. А, подождите, вы не видите, да? Сейчас я переключу на эту картинку. А вот 16-й, 17-й, 18-й. Вот добыча в цифрах. Это я с сайта взял ОПЕК.org. Вот их прогнозы. То есть, что я хочу сказать? Цифры, которые публикует, квота, которую вводит ОПЕК, она не решает проблему дефицита полностью. Есть другие страны, которые не подотчетны ОПЕК, не входят в картель, и пока ОПЕК сокращает квоты, уже год ровно будет, как мир живет с сокращенными квотами, а другие страны повышают эту цифру и компенсируют, ну как частично, большую часть, я бы сказал, компенсируют. А у меня тут есть еще картинки, но это уже вне, так скажем, да, вне рынка темы. Давайте вернемся на рынок, MetaTrader, снова включим наши котировки. Вот по газу, кстати, очень многие ищут идеи какие-то, жалуются на то, что теханализ не работает. Да, вот Юрий, святое место не бывает. Это, да, вы правильно подметили, если ОПЕК не добывает, то найдутся другие страны. Благо, их технологии уже позволяют добывать по той себестоимости, которая сейчас на рынке, по тем ценам продавать, которые все-таки дают прибыль при себестоимости, уже новой себестоимости. Раньше сланцевая нефть обходилась дороже намного. В 2014 году это выше 100 долларов, в 2015 году это 85-135, где-то вот в этом диапазоне, а в 2016 году уже в районе 50, и сейчас даже есть месторождения, у которых себестоимость 33-32 доллара. Не все, конечно, да, даже 31 есть доллар за баррель. Так что вот пока многие страны закрывали глаза, где-то критиковали, где-то не верили. Ну вот возьмем топ-менеджеров российских нефтяных и газовых компаний, Миллер, Сечин, они долго смеялись над сланцевой революцией, говорили, что это все воздух, это все пирамида, это все большой пузырь. Ну вот пузырь взорвался только совсем в другую сторону. Американцы теперь из 12 миллионов баррелей импорта осталось только 5, по-моему, импорта. То есть больше половины нужд нефтяных они покрывают за счет собственной добычи. Они вообще скоро превратятся в экспортеров. Закон-то уже отменили. То, что они продают продукции нефтяной, уже переработанной на экспорт, больше, чем потребляют, ну, по крайней мере, с Мексикой, это факт. Американцы мексиканцам продают больше нефтепродуктов, чем покупают у них. Да? Ну, то есть что-то покупают, что-то продают, но баланс в сторону в пользу США. Ну окей, вот я газ хочу показать. Я все время говорил, что это самый техничный инструмент, инструмент, который ходит как часы по графическому техническому анализу. Я не буду говорить про волны, про какие-то другие индикаторы, но по графическому анализу это просто идеально следующий за правилами классического анализа инструмент. Посмотрите на последний тенденцию, расширяющийся треугольник, уходим вверх-вниз. Кто-то может к волнам это все приписать, я не против, я просто в волнах не дружу с ними. А по классическому техническому анализу все выглядит очень даже правдоподобно, красиво. Я уже не говорю про предыдущие тренды, все время я их показывал, вы видели, насколько они грамотно отыгрываются рынком, прям пункт в пункт. Ну, иногда шумно, все-таки газ.
такой шумный актив, волатильный актив, фьючерс, куча спекулянтов, реальный рынок, спекулятивные позиции, но работает очень хорошо. У меня сейчас есть, ну, вы видите, да, я сейчас покажу вам, где можно отслеживать то, что я, ну, не рекомендую, просто то, о чем я, то, что я анализирую на рынке. Вот есть такой сайт TradingView, очень хороший для TradingView. Только заходите, пожалуйста, на русскоязычный, потому что многие заходят на TradingView.com без ru. Вот я вам даже скину ссылку. Давайте я скину ссылку на свой профиль. Ну, вы можете как раз подключиться, подписаться на меня и отслеживать уже ну, то, что я делаю, анализирую уже там. Секундочку, я вам скину сюда в чат. Там все бесплатно, вы можете регистрироваться. Именно на ру регистрируйтесь, не на коми. В русской версии там все на русском, рынки русские, российские тоже видны сразу по умолчанию. Чем он хорош? Здесь можно отслеживать других трейдеров, что они делают, что рекомендуют. Вот я по газу показывал, вот здесь видно ли сейчас, убежу, что видно. По газу показывал, вот сейчас будет видно. Вот уже Александр добавился из Украины, я так понимаю, потому что Демченко и Александр, скорее всего, из Украины. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот по газу у меня был прогноз. Хорошо, я очень далеко поставил стоп-лосс. Вот здесь можно нажать play. Вот прогноз был сделан очень давно, ну, несколько дней назад, скажем, 5-6 дней назад. Можно нажать play, и он покажет, что после этого произошло. Да, мы немного провалились, но мой стоп был вот здесь. Видите, красная зона заканчивается, вот здесь стоп-лосс. Не дошло, слава богу, и мы сейчас в плюсе, отлично, мы сейчас в положительной зоне растем. Также по любому инструменту. Вот, допустим, вот, например, по Microsoft. Никакой сделки не было, я жду, пока Microsoft упадет в район 80 хотя бы. И вот он нажал play, и он показал, да, после моего прогноза мы падали, но так и не дошли до 80 и снова растем. Ну ладно, не дошли, не дошли, что поделать. По Tesla, ну вот все здесь видно. И небольшой текст я пишу, чтобы не просто был график, а чтобы можно было понять, что происходит, почему я так думаю, ну и так далее. Очень полезный ресурс. Более того, самое главное, почему этот ресурс получил популярность в последнее время, потому что криптовалюта, вот эта криптотема очень модная в последнее время, на этом сайте есть, ну, практически все альткоины, очень много криптовалют. Так что если вам нужно проверить какой-нибудь там лайткоин или что-то, криптовалюту, вышедшую на ICO, но вы ее нигде не можете найти, никакой Google вам не нужен. Просто заходите вот сюда под аккаунтом, тикер пишите то, что, ну, например, BTC, да, биткоин, вот. У меня на кириллице получилось BTC. Почему же он не пишет? BTC, вот. Bitcoin Group, BTCS. Ну, тут много вариантов. Пишем, допустим, криптовалюта. И он говорит, да, есть BTC USD. Вот, и вот откроет курс биткоина. Ну, ладно, речь не о биткоине. Вообще ену открыл. Идем дальше. Что с фунтом, спрашивает Михаил. Фунт, как я понимаю, сейчас коррекцию дает. Давайте посмотрим, что с фунтом. Мне кажется, уже даже отыграл коррекцию. Вот сегодня было вниз, вот он вверх. Видимо, Михаил спросил именно с учетом последнего движения. Bloomberg у меня выключен, Михаил. Сейчас я включу Bloomberg и посмотрим, говорят ли там что-то про сильное движение фунта, потому что, судя по календарю, телефон у меня молчит, значит, не было каких-то важных новостей, да и поздно для фунта, в 21 по Москве какие-то данные по Великобритании не выходят обычно, поэтому это или общая тенденция по доллару, ну, давайте посмотрим, есть у нас еще что-либо, нет, австралиец на месте, да, фунт новозеландец тоже растет. То есть тут и кроссы уже растут. Фунт новозеландец. Индекс доллара, если проблема в долларе, как я предположил. Нет, проблема не в долларе. Видите, стоит на месте индекс доллара. Сейчас я переключусь. Извиняюсь, не переключился, переключусь. Да, индекс доллара стоит на месте, все нормально. Да, проблема в фунте. Сейчас мы узнаем. Неужели из-за свадьбы принца? Конечно же нет. Если есть у кого версия информации, пишите, потому что я последние полчаса, 40 минут занят вебинаром. На Bloomberg у меня тишина, на CNBC у меня тишина. Не, Юрий, мы видим, что растет, просто в чем причина? Просто не совсем дежурный, не совсем обычный, а такой серьезный рост. Вот бы и хотелось знать,
есть ли какие-то причины фундаментального характера, новостного характера. Вот узнаем. Но CNBC молчит как минимум. Показывают US Markets. Да, да, тут они на своей волне. Рынки 0,68% прибавляет S&P, 0,75% прибавляет Dow Jones. Пока никакой информации по фунту я не получил. Давайте вернемся, посмотрим, что это может значить. Ну, смотрите, по фунту мы давно уже, который вебинар, говорим следующее. Фунт фундаментально выглядит сильно. С точки зрения процентных, даже не фундаментально, нет, давайте разделять процентные ставки и анализ, да, экономической ситуации. Фунт выглядит сильным с точки зрения ставок, ставку уже там подняли и думаю, что еще будут повышения в будущем. В этом смысле нет никаких проблем. Ставка – это важнейший фактор, влияющий на валюты. В отличие от евро, где до сентября следующего года будет работать QE, да, так сказать, меры количественного смягчения, на фунте уже повысили ставку, и на фунте инфляция долгое время была достаточно высокой, выше, чем в еврозоне, выше, чем в США. Так что с этой точки зрения фунту расти и расти, ну, по крайней мере, пунктов 200-300 точно прибавить. И любые попытки уйти вот в район вот этого восходящего канала, к сожалению, здесь слишком много линий. Даже вот эту можно убрать, она уже не столь актуальна. Давайте ее уберем, это уже далеко. Не ради этого мы приходим на рынок, чтобы так далеко выжидать. Но почему же они нет самое сейчас? Delete, да, вот убрал. Даже вот это пока можно убрать, актуальность низкая. Вот у нас ближайший уровень 1.30, но если мы туда дойдем, мы пробьем уже восходящий канал, и это будет, значит, скорее разворот. Но вот пока 1.30 не пробьем, а говорить о развороте вот на данном этапе не стоит. Вот где-то здесь, если мы пробьем, 1.30 очень далеко, поэтому вот где-то вот до там, декабря 1.30 будет ключевым уровнем для тех, кто ждет разворота. И я не верю, что будет разворот, пока мы не получим по доллару каких-то бычьих сигналов, истребиных, точнее. Но, как вы видите, по доллару мы их не получаем. Я как раз писал в одно издание тоже статью о том, почему доллар падает. Точнее, я задавался вопросом, почему доллар падает, и не мог понять, почему он так сильно падает. Потому что если брать евро, USD, то в Европе все давным-давно ясно. Интриги уже точно нет. Целый год мы будем находиться под программой количественного смягчения с 60 снизили до 30. И только в сентябре, возможно, ЕЦБ нам намекнет, что да, там с 2019 года, возможно, ставку мы один раз повысим и посмотрим, что будет. В то же время американцы уже повысили в декабре 2015, в декабре 2016, в марте 2016, в декабре 2015, в декабре 2016, в марте 2017, в июне 2017, и вот ровно через 2 недели будет повышение ставки. Рынок, кстати, давно мы не смотрели. А то, что думает рынок по поводу повышения. Есть такой сайт CME, да, CME Group. Нет, давайте я наберу Fed Watch Tool. Выйду сразу. Да, вот я вышел прямую ссылку, чтобы вам тоже можно было эту прямую ссылку отправить. Переключусь на сайт. И мы набираем здесь вот эту вот штуку. 13 декабря вот у меня стоит. И видим вероятность повышения ставки 92,8%. Вот я скину вам ссылку на этот сайт. Это сайт Чикагской биржи официальный. И там торгуется инструмент фьючерс на процентную ставку. И вот рынок оценивает, насколько вероятно повышение ставки через торговлю этим фьючерсом. И мы видим, что вероятность практически 100% повышению. Единственной интригой, которая, может, повлияла на слабость доллара, доллар не стал расти так бурно, это, возможно, новый председатель. Я, конечно, изначально полагал, что он более истребительный имеет взгляды на процентные ставки, но потом противоречивая информация стала поступать. Это раз.
Ну и два, возможно, снова возникла какая-то интрига по еврозоне, хотя я отслеживаю макростатистику. Мне не кажется, что макроэкономически еврозона растет очень такими бурными темпами, чтобы ставку повысили уже прям в начале или в середине 2018 года. Но, знаете, бывает, иррациональность рынка – это нормально. Возможно, не все факторы учтены, ну, лично мной, например. Рынок мудрее, рынок шире, умнее. И просто это надо понимать, как говорят, рынок может оставаться иррациональным сколь угодно долго или достаточно долго. Убедитесь, что ваш депозит вытерпит, выдержит это время, а не сольетесь раньше, чем рынок будет снова вести себя рационально. Так что вполне возможно, это иррациональность, немножечко рынок не о том думает, а может быть и нет. Это у меня недостаточно аналитической информации, чтобы понять, какие процессы важны, какие не важны. Ну и разные теории выдвигаются. Вот кто-то в прошлый раз нам рекомендовал какие-то другие вебинары, где говорят о том, что рост фондового рынка способствовал там росту евро. Немножко в это мало верится, но неважно, как бы там ни было. Знаете, этот процесс роста фондового рынка в США, он длится уже много-много лет, и его последняя фаза длится ровно год. Но за это время евро успел и сильно вырасти, и развернуться там от 1.20 с чем-то до 1.1570. Так что и разворот все-таки был серьезный такой. Но вот все закончилось именно там, именно на тех уровнях, о которых мы говорили. 1.15, там 70, 1.15, 80 и снова пошли вверх. Окей, если я чего-то не понимаю на рынке, что я делаю? Я ничего не делаю. Я просто стою в стороне и наблюдаю. Особенно хороший пример, как я себя заставил оставаться в стороне, это крипто. Индустрию изучаю, есть какие-то интересные вещи, блокчейн, да, хорошая штука, но вот эти сотни всяких тысячи ICO, всяких токенов, что еще, токен, коин, криптовалют, это большой пузырь, большой шум, много мошенников, даже специалисты криптоиндустрии признают, что от 80% возможно мошенники и выше, и при этом регуляторы сидят, ничего не делают. И в один день просто очень многие что-то потеряют. Я не про биткоин, не про лайткоин, не про эфир, про другие альтернативные коины, за которыми не то, что ничего не стоит. Мы видели NASDAQ. Да, кстати, давайте, раз уж поговорили, мы сделаем маленькую паузу, и я вам покажу график всех пузырей за последнее время, которые наблюдались, за последние там 40 лет. Да, давайте включим все пузыри, график всех пузырей. Вы видите, наверное, да? Вот график. Значит, посмотрите, недвижимость США, ну, какой это пузырь? Вот там выросли на 100-200% и упали, да? Розовая линия. Если видите, напишите плюс. Зеленая – это японский индекс, MSCI, азиатские индексы. Вот он, 100, ушли на 500, то есть 5 раз выросла цена, поколебалась, там двойная вершина, и рухнули обратно на 100, почти 100, может, чуть больше. А, даже ниже уходили, вот ниже 100. Что у нас дальше? Золото к 2011 году с 5 выросли тоже 5 раз, помните, 200 с чем-то была унция, доходили до 1922, тоже в 5 раз. И, ну, не рухнули, но половину стоимости потеряли. Красная, Никей, не азиатские, это экс-Никей, без Никея. Оказывается, сам Никей был еще более пузырный. Со 180-х начали, разошлись, разгорелось все это, электроника, промышленность, Япония, молодцы. 7 раз выросли и упали обратно, ну вот больше половины точно потеряли, вот видите. Наконец, самый мощный пузырь, не учитывая вот наш биткоин, это NASDAQ 90-е годы, 2000-е. Посмотрите, 15 раз выросли в среднем акции, входящие в NASDAQ с 90-го года по 2000 за 10 лет и рухнули больше, чем наполовину. Обратно в 3 раза теперь. Ну, сейчас они чуть выше. И вот биткоин. Какие 10 лет? Год-два понадобилось биткоину, чтобы уйти тоже на уровень пузыря в 15 раз. Это, конечно, возможно, не предел, никто не знает. Но вот если сравнивать все пузыри и называть их пузырями, ну или просто коррекции, да, пускай не пузырь, но переоцененный, возможно, немного, это последние 40 лет, то биткоин сделал то, что сделал NASDAQ за считанные месяцы, годы. Вот такой экспоненциальный рост. Вот еще один график, который я вам хотел показать, чисто сравнение сразу нескольких пузырей. Это у нас в трейдерском чате нам
скинули, или я скинул, не помню, кто скинул. А если кому интересно, вы можете подключиться, добавить меня в скайпе. Вот мой скайп. И если вы, ну, более активный трейдер, который хочет больше общения, больше информации, у нас там 30 человек, пока не очень активно, ну, потому что, видимо, те, кто постоянно находит информацию, делится 3-4 человека, ну, со временем будет, наверное, интересно. Вот, добавляйте ко мне в скайпе, пишите, что вы хотите добавиться в группу, я вас добавлю. Там можно и сделками делиться, и все что угодно. Ну, и регистрируйтесь на TradingView. Это очень классный комьюнити трейдерский. Вы можете подписываться на разных интересных вам людей. Есть еще один такой StockTwits, но он англоязычный, и там не так четко с графиками. А TradingView конкретно это графики, визуализация, общение там, ну, на фоне, на уровне, точнее, добавления в друзья, да, на уровне подписок. Не прямо, хотя есть форумы, да, там тоже есть чат, можно писать. Еще один график, который я хочу показать, это график бумаг, которые выросли вот с момента победы Трампа. Видите, Nvidia прибавил 213%, Bank of America 60%, JP Morgan 45%, ну и так далее. Вот Apple 56% прибавил. А сейчас капитализация Apple почти 900 миллиардов, ну там без нескольких миллионов, 900 миллиардов, эти триллиона рукой подать. И вот здесь есть corporate tax rate, по какой ставке они платят на корпоративный налог. Это, по-моему, к вопросу о том, как компании, корпорации крупнейшие заработали на победе Трампа. Видите, по-разному. Нельзя сказать, что есть какая-то там финансовая мафия. Их акции как раз выросли не так сильно. А больше всего заработали как раз технологические компании, техиндустрия. Это вот Nvidia, Apple, Microsoft и так далее. Есть ли у нас еще график, я сейчас посмотрю. По-моему, нет. Точнее, есть еще одна картинка, не касающаяся рынков. Мы сейчас ее быстренько обсудим и пойдем дальше. Просто уже рассматривать графики, рассматривать сделки. Самое сладкое, под конец, наконец я ставил. Сейчас я посмотрю, где эта картинка. Вот она. Вот вклад стран по ВВП, включая мировые крупные державы, в мировую экономику. Ну вот, например, самый большой вклад в мировой ВВП вносит США. Четверть. Четверть всей мировой экономики – это Штаты. Boeing, Microsoft, Apple, как угодно называйте. Многим не нравится, что технологии, что это все пузырь, да, якобы. Ну какой это пузырь? Apple зарабатывает в год целый Газпром. Денег по стоимости сопоставимых с целым Газпромом. Ну, плюс-минус. Китай 15%, то есть Штаты и Китай вместе это 40% всей мировой экономики. Всего два государства это 40, чуть ли не половина мировой экономики. Дальше у нас Япония 6%, Германия 5, 4,6%, Франция 3,25%, Великобритания, Индия 3%. И вот все постсоветские государства, включая Россию, Россия, Казахстан, Украина, тут очень много нефтяных, да, таких держав, там, включая, вот, как я назвал, Россия, Казахстан, Азербайджан. Все вместе 2,63. Ну и отдельно Россия всего 1,8. Казахстан вообще 0,2. Вот такая мировая экономика и вклад. Теперь спрашивает Наталья, вероятность того, что евро вернется в район 1,2050. Ну, вероятность не могу сказать вот в цифрах, но давайте технически посмотрим на график и обсудим именно евро. Вот технически, с точки зрения классического технического анализа, делать на евро USD сейчас нечего. Опять же, с точки зрения классического технического анализа. Смотрите, вот он. Сейчас убежусь, что включено. Да, включено. Вот он, евро USD. Мы нарисовали голову и плечи, но не смогли даже уйти на сколь-нибудь значимую величину. Там процент, если дали, хорошо. Обратно очень мощный импульс загнал цены выше шеи. А это значит, что все выходят, вылетают по стопам и ничего не делают. Мы даже пробили нисходящий вот этот треугольник, сделали коррекцию вниз, снова ушли вверх. Сейчас еще одна коррекция. Я бы просто ждал. Для меня бы был ориентиром глобальным вот этот уровень 1.16.80, 1.17. А пока в аптренд я играть отказываюсь. Не знаю, я больше экономист, мне больше нравится вот фундаментальный, логический такой какой-то подход к пониманию, что происходит. Я уже показывал графики в прошлый раз.
десятилетние ставки в Европе и в США в пользу доллара уже давно. Временно они, вот когда евро рос, помните, да, этот график? Кто-то спорил, что связано это с ростом фондового рынка, но я показал, что нет. Рост евро имел, логика была в том, что ожидания в десятилетних ставках усиливались в еврозоне, люди ожидали, что будет повышение ставки, но потом не оправдалось. Вот сейчас мы видим снова возврат понимания рынка в то русло, что в Штатах ставка будет расти более агрессивно. Я не знаю, почему рынок другого мнения придерживался. Это очень даже мейнстримовская такая, да, глобальная линия партии. Снова рынки через десятилетки, через стоимость облигаций дисконтировали, то есть учли, что в Штатах ставки будут расти быстрее, но почему-то евро-USD не отражает это событие. Будем ждать. Я лично буду ждать, пока рынок снова выдохнется, быки выдохнутся, снова упадем в район там 1.17, там немного же разница небольшая, сколько, 108-190 пунктов. Упадем и после этого, наверное, что-то буду делать. Ну или буду шортить наверху. Вот как если написала Наталья вероятность 1.2450. Разве было 1.2450? А, нет, это вообще новый хай. Я даже буду шортить на 1.20, чем-то 1.21, тестируя двойную вершину. Ну, потому что, как я сказал, ошибаюсь я или нет, но фундаментально не кажется, что по еврозоне есть какие-то. Ну и давайте ждать фундаментальное заседание ЕЦБ, благо там недолго осталось ждать, оно, правда, совсем недавно, казалось, было, но недолго осталось ждать. Посмотрим, может быть, действительно рынок имеет какое-то интуитивное какое-то понимание. Марио Драги, возможно, в следующий раз скажет, знаете, мы, конечно, облигации выкупаем за 30 миллиардов каждый месяц, но это не значит, что мы не будем повышать ставки. Так что вот уже скоро во всех кинотеатрах Европы повышение ставки. Посмотрим. Я не верю, конечно, в такой сценарий, такой вот быстрый. Марио Драги уже 100 раз бы проговорился. Итак, так, у меня в чате скинули вот такую новость Bloomberg. Irish political crisis depends with... Тут с Ирландией, с Великобританией что-то было связано. Bloomberg опубликовал. Это мне скинули вот сейчас в наш чат. Владимир, сейчас я посмотрю, сидит ли он у нас сейчас в чате. Владимир, обновитесь, если вы Шеховцев, да, если я правильно произношу, если вы сейчас в чате, потому что в Skype он мне скинул и попросил перевести, но я не могу одновременно и переводить, и вебинар вести, а надеюсь, в нашем общем чате кто-то поможет перевести, что-то связано с ирландским кризисом, может быть, рост фунта был с этим связан, но я не уверен. Окей. Так, идем дальше. С евро, значит, понятно, я медведь, но пока не собираюсь на рынке делать какие-то ошибки, боюсь наломать дров. Быки зашли снова на рынок уверенно, пробой линии 1.17 почти, да, 1.1680 и далее был достаточно уверенным, так что не собираюсь судить, не собираюсь делать какие-то ошибки, просто дождусь. А если уж совсем обнаглеют быки на 1.21 или близко к этому, я зайду в шорт с коротким стопом, посмотрю, чем это закончится. Фундаментально я верю в то, что доллар сильнее намного. S&P приблизился к верхней границе вот этого канала, если вы видите. Сейчас, секунду, убедюсь, что вы видите. Андрей нам подсказывает, что поддержку фунту оказали новости о том, что Британия и ЕС достигли соглашения по финансовому регулированию Брекзита. Ну вот еще одна проблема, внутрибританская, Брекзит. Вот как пишет Андрей, наверное, откуда-то с новостного сайта, да, он взял информацию, урегулировано, достигнуто соглашение. Не то, чтобы это была большая интрига, но и фунт взлетел на 100 пунктов максимум, не на сотни. Так что вот еще одной проблемы меньше. Вообще Brexit все меньше и меньше влияет на котировки фунта, но вот хорошо, что еще одной проблемой, как я сказал, стало меньше. Идем дальше. S&P, сейчас, секунду, видно, наверное. Да, S&P у нас достиг верхней границы канала. Это 2620, даже было 21, то есть новый максимум, новый исторический максимум.
все растет, это еще не биткоин, но уже не смешно. Мы видим на weekly просто продолжающаяся беспрецедентная покупка, бычья игра. Почему беспрецедентная? Потому что такого не было с 29-го, 28-го года. Вот наблюдения, которые ведутся до еще Великой депрессии, показывают, что продолжительность бычьего рынка и в днях, и может быть даже в процентах. И если брать количество дней без коррекции на 0,5%, количество дней без коррекции на 3%, по-моему, уже везде рекорды побиты. Мы каждый раз показываем эти графики, но уже не будем повторяться, времени мало. Но два последних этих самых вебинара мы показывали эти цифры. Вот падение на 0,5% в день, мы пока этот рекорд не побили. По-моему, в 64-м был такой же рынок, когда рынки росли, 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 и даже не было 0,5% падения там сколько-то дней. А вот без 3% падения мы растем просто ого-го, очень долго. Так что это просто потолок, космос, шортить нельзя, покупать тоже. Спекулянты, которые считают, что S&P будет ходить внутри этого канала, могут пойти в продажу с каким-то стоп-лоссом. По крайней мере, если это будет такая внутриканальная коррекция на процент, даже процента давно не было, на 0,5%, ну они заработают, по крайней мере, стоп был маленький. Но если они попали на потолок, то вообще хорошо, можно держать счет. Но я не рекомендую этого, я сам не знаю, что будет у меня. Немножко другой склад ума, немножко не на направленных рынках я торгую, а совсем других. Итак, пункт тоже в канале пишет Ирина. Сейчас мы дойдем до пункта. Ну да, мы уже его обсуждали, он в канале. Audi PI не интересует, как 40 на месте. Daimler BMW уже совсем не интересно. Apple не смог еще раз рвануть вверх. Ну, об этом как-нибудь в следующий раз расскажем. Microsoft молодцы, с гэпом прям сегодня открылся. А, кстати, Microsoft типичная рыночная бумага. У нее бета-1, и она ведет себя точно так же, как ведет себя рынок. Вот, будьте уверены, в среднем за весь год вы увидите там из 250 дней, там 200 бычьих дней по проценту примерно по S&P, и точно так же будет вести себя Microsoft. Там 50 дней коррекции по там 0,7. И действительно, у Microsoft будет то же самое, что и по индексу. Это типичная рыночная бумага с бетой ровно 1. Ну, Boeing я тут на TradingView рекомендовал шортить с хорошим стопом, пока до стопа не дошли, да и только зашортил я на 265,70, по-моему. Так что всего лишь доллар мы против рынка идем. Посмотрим, что будет. По крайней мере, Boeing не так сильно растет, как S&P. Совсем немножечко. Snapchat рекомендовал, опять же, ссылаясь на TradingView, вы, наверное, если кто зайдет на мой аккаунт, увидит, там была покупка Снэпа, коррекция, чисто фундаментальная, конечно, бумага никакая, дрянь, но что делать, все растет, и мы надеемся, что рано или поздно Снэп будет хотя бы как Twitter, до Facebook ему далеко. А вы знаете, сколько тратят на охрану создателя Снэпчата? Миллион в месяц или в год? 900 тысяч долларов, наверное, в год, да, наверное, все-таки в год. Вот, на охрану создателя. Ну, молодец, что я могу сказать. И все это за счет акционеров, конечно же, за счет Snapchat. А когда они выйдут в плюс с такими расходами, никто не... Даже они сами не верят, они пишут в своем проспекте эмиссии, что, вероятно, в ближайшее время мы в плюс не выйдем. Ну и поэтому бумаги вот на таком дне. Ну, вот такой небольшой отскок все-таки может произойти, а дальше я бы шортил. На уровне там 16-17 я бы точно шортил. А пока просто эффект базы низкой, эффект дна. Может, газ очень технично ходит, даже новости смотреть не надо. От линии к линии. USDGPI вчера я поставил тоже прогноз в виде картинки на TradingView, покупку вот на этом же уровне 111 с копейками. Так что пока стоим на месте, ничего интересного. И фунт мы уже обсуждали. У меня все, наверное. Все самое интересное, что может быть, что происходит, мы обсудили. Время тоже у нас подходит к концу. Ждите 30 число, это ОПЕК. Будет интересно, будут качели. Мы это в прямом эфире, возможно, обсудим, пока мы не запланировали именно эфир с адмиралом. У нас будет завтра два прямых эфира, это запасы в 17:30 и что, и ВВП. 15:30. Ну, в общем, два раза.
запасы. И в четверг, возможно, будет у нас ОПЕК. Прямой эфир. Просто нужно уточнить, когда это будет. Если это будет днем, то мы не будем делать, потому что днем все на работе. Не факт. Так вот, неделя у нас будет серьезная. ОПЕК, ВВП США. Ну и то, что происходит сейчас, это уже повод наблюдать за новостным фоном, понимать, насколько это далеко ушло. Просто сидеть и наблюдать. Не обязательно совершать сделки. Просто сидеть и наблюдать. Сделок у нас сегодня, конечно же, нет. Хотя TradingView я для этого и завел, чтобы все, что касается сделок, делать там. И вы можете подписаться. Бесплатный сервис, можно следовать, комментировать, писать свои мысли. И уже по вторникам мы будем просто обсуждать идеи, которые там опубликованы. Так проще. Не надо копаться там в MetaTrader, не надо заново рисовать что-то. Все, что есть, есть там. И мы можем по вторникам просто отслеживать те идеи, спорить о них, обсуждать. Правда, споров у нас давно не было. Вот у нас в чате, между прочим, в скайпе, споры уже происходят. Мы в прошлый раз спорили по поводу Теслы. Вчера по биткоину была дискуссия. Благо, все были как-то уверены, что это скорее пузырь, чем что-то иное. А вот в адмиралском вебинаре у нас скорее такой монолог, скорее какой-то односторонний такой чат. Ну, да, будьте активнее, спорьте. То, что я говорю, это ни разу не истина последней инстанции. Я тоже учусь, каждый день учусь. Вот хорошие учителя, это даже не учителя, хорошие подсказчики, что ли, хорошие провайдеры информации, провайдеры поля, да, информационного, новостного. Это справа у меня CNBC и спереди Bloomberg. Даже английский особо знать не надо, все, что самое важное, они напишут кратко в Breaking News большими буквами с красным, на красном фоне, и вы сразу увидите, что там какие цифры вышли. Окей, если нет вопросов, мы прощаемся и до встречи в прямом эфире. Вот сегодня скидывал Роман ссылки, вот, пожалуйста, кликните, завтра две онлайн-трансляции у нас, пишет Роман. А если вы нажмете эти ссылки, то вы уйдете на YouTube и сможете на этом YouTube поставить вот напоминалку, колокольчик, поставить лайк, и завтра вам придет подсказка. Вот я на ВВП уже поставил лайк, сейчас поставлю на вторую ссылку. Ну, он пишет, что подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить. Ну, как я и сказал, и вот, собственно, ссылка наверху в чате на YouTube канал. А вот я поставлю еще один колокольчик, вы тоже ставьте. А мне кажется, очень крутой формат этот прямой эфир. Мы можем не постфактум что-то обсуждать, мы можем прямо в эфире, в чате YouTube, во время выхода данных, не отходя от кассы, следя за реакцией рынка, обсуждая реакцию. Ведь все-таки важна реакция рынка. Не важно, что и как вышло, важно то, как отреагировал рынок. Если мы об этом говорим во вторник, а новости выходили там в прошлую среду, прошло уже 6 дней, но это практически не так актуально. Это хорошо, что мы по всем инструментам, да, проходимся, не по всем же новости выходят, но вот прямой эфир – это самый огонь, во-первых, недолго, 15 минут, во-вторых, в самую точку, в самый разгар, ну и в-третьих, все вместе, все видим реакцию, каждый может ставить свои 5 копеек и обсудить. Я вас жду завтра. Два прямых эфира будет. Подписывайтесь, подключайтесь, лайкайте. Вместе будет и веселее, и полезнее отслеживать эти данные. У меня все. Всем спасибо. Жду вас завтра. Вот по этим ссылкам, которые Роман нам чуть выше показал. Хорошего всем вечера, профита. И не забывайте ставить не только стейк-профит, но и стоп-лосс. До свидания.